круговой железной дорогой связана отличная задача. Вас поймал царь Дадон и замуровал в циклический поезд. Поезд состоит из очень большого количества вагонов. Ну вот вы не знаете, сколько всего вагонов, но должны посчитать эти вагоны, находясь внутри поезда. Заценить угол поворота вы тоже не способны, прибора этого у вас нет. Что же вам дано? Вам дано то, что в каждом вагоне этого циклического поезда есть лампочка и выключатель. Когда вы туда были замурованы, некоторые лампочки были включены, а некоторые были выключены. Вы можете включать и выключать лампочки сколько хотите. Когда вы сообщите своим криком или там по сотовому телефону царю Дадону, сколько вагонов, он вас выпустит. Ну а если не сообщите, он вас и съест. Вот так. Ну что, как будем поступать? Нажимайте на паузу и думайте. В принципе, можно догадаться, как именно действовать. Пейте чаек и размышляйте. А я сейчас расскажу решение. Итак, ларечек открывается следующим образом. Вот вагон, куда вас впихнули. Первым делом в нем включите лампочку. После этого выберите какое-нибудь направление. Ну, например, неважно, да, в какую сторону вы пойдете. Вы даже не можете понять, на самом деле, в которую сторону вы идете, потому что вы не замечаете изогнутости дороги. Ну, вот, например, вы идете в эту сторону. Вы заходите в соседний вагон и смотрите, включена ли там лампочка. Если она включена, вы ее выключаете, и после этого вспоминаете, сколько вы вагонов прошли. О, ну всего один. Так, возвращаетесь, здесь горит. Но если вдруг здесь не горит, то это такой циклический вагон, и он всего один вообще во всем поезде. Значит, все закончено на самом деле на этом. Ну, понятно, что, скорее всего, будет не так. И опять идете вперед до первой лампы, которая будет включена. Например, здесь было выключено, здесь выключено, здесь выключено. Здесь была включена. Что вы делаете с ней? Вы уже посчитали, что это был четвертый вагон. Вы выключаете лампочку, все, выключено. И отсчитываете назад 4 шага и попадаете в тот вагон, с которого вы начинали. Теперь, если он освещен, значит, этот вагон с ним не совпадает. И значит, вы еще не все вагоны прошли. А если он если в нем свет выключен, значит, на самом деле уже весь круг совершен. Ну и, собственно, дальше понятно, так как кольцевая дорога, она конечная, то в конце концов так и произойдет. Да? То есть при каком-то очередном заходе вы, значит, все предыдущие вагоны будут с выключенными уже лампочками, вы дойдете до как раз своего, выключите, вернетесь назад и обнаружите, что свет выключен. После чего скажете: «Эй, ты, Дадон, тут 13 вагонов». И он скажет: «Отлично, Саватан, выходи на свободу». Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, Саватан, помоги мне сдать матан. Саватан.